Сегодня в Астане прошло расширенное заседание правительства под председательством Нурсултана Назарбаева. Глава государства и кабинет министров обсудили ключевые планы по работе на предстоящие годы с учетом кризисных явлений в экономике. На повестке дня – сохранение социальных обязательств перед населением, привлечение новых инвестиций и поддержка отечественных производителей. Тему продолжит Амина Абдрахманова. Ситуация на мировом рынке и кризис, как отметил Нурсултан Назарбаев, дают новую возможность для реструктуризации нашей экономики. Это, пожалуй, и стало основным посылом встречи президента с Кабмином. Одна из основных задач сейчас – стимулировать развитие предпринимательской деятельности. Для этого была объявлена вторая волна приватизации, но пока всего 28% от запланированного объема передано в частные руки. При этом Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все это делается для того, чтобы привлечь новое руководство, дополнительные деньги и инновации. Личные встречи с крупнейшими бизнесменами мира, они все проявили заинтересованность, назвали конкретные объекты, по которым будут работать. Вот таких возможностей в сегодняшних реалиях ни у кого нет. В мире денег много, надо уметь взять и привлечь их. Повысить конкурентоспособность должна и новая модель развития экономики. Она будет основана на максимальном использовании преимуществ человеческого капитала, увеличении роли частного сектора и благоприятного инвестиционного климата. Для развития инфраструктуры, включая социальную, планируется развивать механизм государственно-частного партнерства. Президент потребовал от банкиров по этому поводу конкретных предложений. 1% кредита, 0,2% роста экономики. Вот ликвидности банков нет. Вот вы банкиры, вы специалисты, компетенция есть, давайте думайте. Тысячи, миллион примеров есть в мире в истории банковской системы земного шара. Начиная от ростовщиков в Генуе. Вот давайте думайте. При этом глава государства обратил внимание на то, что члены правительства должны уметь привлекать инвестиции. Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу посольств Казахстана в других странах. По его словам, дипломаты должны заниматься не только политикой, но и экономикой. В свою очередь, руководитель профильного ведомства Асет Исекешев отметил, что все объекты с зарубежным участием находятся под мониторингом. Фактически ежемесячно рассматриваем в правительстве. Мы, как министерство, являемся одним окном. Следующего года по закону мы будем давать даже все документы инвесторам в одном месте. Ну, если одно окно, это хорошо. С МИДом мы договорились об усилении координации работы по 10 приоритетным странам. Подводя итоги заседания, Нурсултан Назарбаев напомнил, что предстоит большая трудоемкая работа, и не только членам правительства. Пришло время реформ и перехода на новый уклад экономики. Амина Абдрахманова, Бауыржан Кажаканов, телеканал Алматы.